Всем здравствуйте! Меня зовут Людмила Кучеренко, я из города Вольногорск. Хочу вас познакомить со своим творчеством. Я занимаюсь декоративной росписью, комбинируя внутри сюжетные композиции. Эта работа называется «Доброта». Это призыв людей к тому, чтобы мы немножко были как дети внутри, все с вами добрее. В этой картине я использовала черный фон, так как он очень хорошо передал всю цветовую гамму. Также изобразила двух голубок, которые передают доброту, нежность и любовь. Всем спасибо за внимание. Жду вашей поддержки.